Но дело не в том, что людям лень думать. Еще страшнее то, что люди, принимая решения, никогда не думают. Нами движут, хотя мы называем себя Homo sapiens, совсем нерациональные мотивы. Нами движут предубеждения, убеждения, которые рациональны по своей основе. Предубеждения, предрассудки тоже движут эмоции. Да-да, это так. Особенно в том, что касается политики. В политике вообще практически не существует, когда мы принимаем решения, рациональных решений. Мы сперва принимаем решение, мы делаем выбор, а потом, напрягая свой мозг и прибегая к помощи масс-медиа, пытаемся объяснить, почему мы этот выбор сделали. Сперва эмоции, предрассудки, а только потом разум.